одно место, одно, второе заломы. Начнем с того, что будем это все дело пробивать и поднимать клеем. Вот такие красивые грибочки.
отсюда до сюда вот так вот полоса. Берем вот такой обязательно красный, потому что машина красная, должен быть и грибок красный, и мини-лифтер красный, клей должен быть только белый. Вот уже половина, в принципе, выдернута. Не в идеал, но стало намного меньше вмятина. Что не может не радовать. Дела идут потихоньку. Это хорошо.
принципе, я сейчас сниму на такую камеру, на нормальную, которая есть зум. Но уже поднялась хорошо здесь. Это вмятина вот такая. Вот очень даже прилично. Осталось тонкие границы, которые сейчас будем пробивать. Вот, и потом будем делать крючочком. А пока что вот такой молоточек берем красивый и начинаем немножко рихтовать. Сейчас берем другой молоточек. Вот такой вот, еще красивее. И еще меньше. И же самую кромочку. Что хватит, теперь надо поработать немножко. Вот тут осталось вот так где-то, ну вот такой ширины, и теперь уже надо дорабатывать крючочками. Вот наша прочерченная вмятина, что от нее осталось. В принципе, уже особо оно на улице в глаза бросаться не будет, но это не значит, что это все бросится и не будет дальше дорабатываться. Вот я тут подпробил, она еще чуть подопустилась. Но как мы видим, еще довольно-таки хорошо ее видно. Еще надо кое-что позабивать. Вот. Иногда на телефоне виднее даже, чем глазами. Ну, тогда позабиваем, будем поднимать. Вот работа закончила. Полирульчиком взбодрим чуть-чуть для красоты. Единственное, что, конечно, здесь было ободрано и уже поржавело.
Краска отлетела, и уже ржавчина видна. Ну тут я ничего поделать не могу, это надо кусочек затамповать и все. Ну вот финиш, что смог, то сделал. Вот здесь на арочке, к сожалению, вот здесь подправить не удалось двойной металл. Вот этот участок. Ну как есть, так и есть. Слегка подполировал, потому что померил тут 0,10 миллиметра толщина. Вот тут особо не наполируешься, поэтому вот это вот, еще раз повторяю, не смог я сделать. Ну и чуть-чуть подполирнул. Это сами хозяева пусть там чуть-чуть подзатампуется. Вот. Вот такая вот работа.